вообще каждый должен заниматься своим делом. Столяр столярничает, кабельщик работает кабелем. Корреспондент брать интервью. Нет, не готов. Ну как ты готов? Не готов. Да нет, конечно. Но если у нас нет ближайшего магазина? Нет, у нас есть, у нас есть. У нас нету. Да, у нас нету. Илья Анисимов подведет итоги второго периода. Дмитрий, после того, как... Ой, господи, извините, извините, да. Вот там лужу из прогорода отправить, вон там. Праздник ведь, что лужу-то снимать? Праздник. Да, блядь, не пройти, ты понимаешь, или нет, ты олух молодой. Чего? В честь праздника-то можно это обойти, а вот уже... Куда обойти, где дорога? После праздника уже можно и вернуться к этой теме. Ты не ладно у тебя с головой что-то не в порядке. Мы уже сейчас как бы небольшая вражда, у меня олухом обозвали, я уже обиделся. Ну и хуй с ним. Леонид Викторович, ну, не могу не спросить вас о впечатлениях об эмоциях, конечно. Ну, супер эмоции, вообще класс. Если такое будет, таких много будет. Ну, после победы, Леонид! Нападающий автомобилист Федор Малыхин, автор первого гола. Я не Федор. Федор, все-таки скажите, вот как удалось реализовать столь удачный бросок? Я так понимаю, в связке вот вас трое. Я Андрей Антон. Как город вообще украшен, да? Украшен. Ёлки нарядили, блядь, вообще пиво. Все хуйня. Не, ну ты сам видел елки, ты что, у тебя они хорошо украшены, что ли? А ты эти украшения вешали 20 лет назад. Эти флажочки рёбаные, блядь, украсили их город называют. А вот эту елку ты видел? Где они верхушка? Верхушки вообще нету. Подарили жителям предновогоднее настроение. Сегодня в нашем городе на площади перед дворцом культуры и спорта Бийского оленого завода установили елку. Красная елка, настроение хорошее новогоднее. Пять все, зачем я живу? Хуй мне столько наедаю. Елочка мне нравится. Елочка, блядь, мне нравится. Больно все приехали, подарили мне. Ну, кто любил, смеются. Ну нет, вот тебе соль. Теперь вы можете солью доедать. I just want to briefly talk about that game with Astralis. That was such a close game. What were you focusing on coming into this? Хорошо, ты хочешь правду? Путин, знаешь кто? Кто? Путин. Ну, не буду говорить. Вот скажу. Меня Володя зовут. Володя. Володя. Мы же тоже умеем бегать. Володя. Ё-моё. У нас хорошо, блядь. Мы даже лица вашего не пока. Да, Володя, как мы? Володя, сколько вас подпискуют? Володенька, когда-нибудь вы следитесь, Володя. Володя. Я не хочу. Володя. Хочу, Володя, нам нужно интервью, Володя. Нет. Просто. Нет. Один вопрос и все, Володя. Да нет, ё-моё, меня некогда, самое время. Володя. Некогда мне. Бегите, Володя. Да некогда, я не буду. Чем Ксения Собчак отличается от Путаны? Чем же? Смотри, Путана соглашается все, если дать деньги, а Собчак если отобрать. Ну зачем так со мной, я не понимаю. А то, что не вышло, это ужасная шутка, да, я понимаю. Расстроилась? Ну я реально не понимаю, мне казалось, хорошее интервью будет, Саша. Ну подожди, ну не плачь только, подожди. Ну это то, что не вошло, мы же это не говорили. Ну просто зачем ты это делаешь, я реально не понимаю. Подожди. I think that happened yesterday, just speaking to this match, we didn't see that at all, so has that been something the team's been working on? Здрасте, можно вопрос? Я журналист, вопрос проводим. Как вы Януковича первый год оцениваете? Это что, пидорас, сдох нахуй. Вот так запиши, чтоб написал. Согласна с тем, что женщина — это священный сосуд? Первый раз слышу. Ну что, сосуд, да. Дядя Прися, а то вот Прися, дядя, то она скажет, поел Горбачев всего. Да, не пробовал, не понравилось, да. Вкуснятина? Ну, типично, не нравится вам. Хорошая. Она уже отбирается. Хорошая. Чем понравилось? Есть какой-то баланс? Что вы думаете о словах Путина в среднем классе? Слушай, я вообще, я только маньяк, слушаю. Маньяк? Да, да, да. Я не маньяк, но маньяк, иногда, sometimes. Дмитрий Пищухин, это Ленинград и Евгений Попов, самое сердце Москвы. Les fonctions désirées dans la base de données. Et par exemple, je vous montre la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Ouais, ah, ouais, attends. Мой блестящий отбивает Кэрри Прайс, это, я думаю, неудивительно, у него же опыта больше. Что? У него же опыта больше, а не только. А, да, он уже второй год в национальной хоккейной лиге, да. Он опытный игрок. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы придерживались? С самого начала, у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Скажите, ваша любимая игрушка в детстве? Пластилин. Что из него получалось? Все. И к компьютерным играм как относишься? Хорошо, они мне нравятся, мне сестра сегодня даст. Дело даже тесли. Конечно, я был в России. Я пережил ядерный срыв, пилил на ноль, посетил Марс, уж такое мне и подавно по плечу. Ничего себе, вы, наверное, в Якутии зиму убивали. Я что, по-вашему? Похож на психа? Здравствуйте. Как вас зовут? Ой, забыл. Ну так бывает. Давайте я буду звать вас Панасоник. Очень модные пиджаки с какими-то details. Брюки модно, капри пенс модно. Нихуя не понял. Ну очень интересно. Давайте поставим вопрос ребром. Нужны ли Владимиру Путину драконы? Я думаю, что он с рабами прекрасно обходится. Что вы можете сказать о нынешней экологической ситуации на Волге? С помощью чего ты сделал себе такой большой лошадь использовал? Ну ладно, спасибо. Продолжи фразу. Секс-тире, это как? Апокалипсис. Почему? Потому что его еще не было. Скажите, пожалуйста, а что это было за растение? Вот вы храните миллиарды друзей Путина, и от этого получаете себе сырок на ваших блюдца. Вы больше никому не нужны, понимаете? Сейчас после, я сейчас извините. Вот чего, блядь, ёбаный мяс. Ой, блядь, ребята, вы меня расстроили охуенно просто. Идите вы сбоку. Спасибо. Это ваше личное молоко. Да, не мою коробку. Мы видим, что некоторые уже начали зимнюю рыбалку. Скажите, а вам не страшно там сидеть? Не страшно. Сейчас приятно? Нет, очень неприятно. Неприятно. Почему? Потому что ты гей. И что? Ну как это возможно? Возможно что? Сидеть с геем. Ну ты как-то сидишь. Не считаешь, что люди, возможно, сильно фокусируются на твоей внешности и не замечают просто, что ты дерьмовый актер. Это переменными словами суммы меняется, конечно. No, God! No! Амир Хабибулин, автор заброшенной шайбы, как тебе получилось забросить? Помнишь этот момент? Да. Очень рад, что вы меня сюда позвали. Очень жаль, что я пришел с ним к вам на передачу. Очень жаль. Но раз я уже пришел, то я здесь, к сожалению. Я его как-то видел, но есть такие понятия преобразования. Ты долго будешь говорить? Я долго. Нет, у меня рука уже болит. Все, хорошо, тебе не матери. Иди нахуй.